Сначала надо злому шару навалять. Вот тебе. Ой. Да я тебе. Ой-ой-ой. Лихо он тебя уделал, дружище. Привет, привет, ребята! Продолжаем покатушки с несносным красным шариком на канале Игрули ТВ. Приветище, друзья! Сегодня у нас новая покатушка! Погнали! Ух ты! Смотри, дружище, здесь две разных покатушки. С какой начнем? Ну, хотелось бы, конечно, со второй. Там картинка поинтереснее. Но давай все же по порядку. Все равно же обе пройдем. Хорошо. И здесь у нас 9 уровней. Поехали! Ух, как тут прикольно! Ага, выглядит симпатично. И ты, шарик, весь такой красивый. Я вообще-то всегда красивый. Это да. Но в этом приключении прям вообще огонь. Ну, это да. Зырь, какой я красавчик. Ладно, хорош, давай проходить. Квадрат еще не атакует. Значит, как и в прошлом приключении, квадраты здесь стоят на месте, а атаковать будут злые черные шары. Скорее всего. Тогда плюхай квадрата и покатились. Воу! Видал, как он взорвался? С дымком! Ага, классно! Звездочки, собираем их. Ты чего стал-то? Зырь! Цветок на заднем фоне как будто из меня растет. Прикольно! О, а вот и злой шар! Ой, получай, негодяй! Он тоже взорвался с дымком. Ага, я заметил! Еще один квадратище. Да не подходи же ты так близко, шарик. Да не боись. Опа. И это конец первого уровня. Зырь, а теперь как будто из меня растут грибы. Шарик, да ты еще к табличке впереди подкатись и скажи, что она из тебя растет. Ой, да ну тебя. Проходи уже. Коротенький уровень оказался. Ну, это как всегда. Первый уровень самый простой и самый короткий. О, черное брюхо. Вот тебе. Водичка. Шарик. Водичку прыгать нельзя. Откуда ты знаешь? Ну так в прошлой же покатушке нельзя было. А может, в этой можно? Надо проверить. Опа-на! Нельзя. Да ладно? А то я сам не заметил. Ух ты, коробок! Ща я им раздавлю черный шар. Ой, вот тебе! Не вышло раздавить. Да кто ж знал, что он сможет перепрыгнуть короб? Вот для этого подъема он нам и нужен. Скоро по звезду не взять. Ща попробую сверху. Супер, покатились дальше. О, каменюка какой! Он тоже нужен, чтобы наверх запрыгнуть. Да я догадался. Надо бы его перекатить только. Эть, тяжеленный. Надо бы с разгончика. Вот так вот. Супер. И это конец второго уровня. Этот уровень тоже легкотня. Посмотрим, что будет дальше. Коробок висит. Но сначала надо злому шару навалять. Вот тебе. Ой. Да я тебе. Ой-ой-ой. Лихо он тебя уделал, дружище. Вообще борзота. Но я ему отомстил. В смысле отомстил? Я его с собой в воду утянул. А, ты про то, что он вместе с тобой случайно свалился? Ничего не случайно. Ну, конечно. Чё-то кнопка не нажимается. Может, нужно коробом? Ща. Точно. И начал вращаться мостик. Это не проблема. В
прошлых сериях было похожее место. Ты тоже сказал, что не проблема. И плюхнулся в воду. В этот раз не плюхнусь. Молодчина. Чё это за компьютер? Наверное, чекпоинт. Скорее всего. Впереди квадрат. Ну-ка, попробую его коробом столкнуть. Квадрат против квадрата, да? Агась. Не получается? Тогда просто плюхай его. А теперь наверх. Погодь! Чего? Я тут вопросик придумал для наших зрителей. Неожиданно. Ты сейчас обалдеешь от вопроса? Да? А ну-ка. Ребзя, а кто из врагов вам нравится больше? Злые квадраты или злые шары? Воу, вот это вопрос! Круто я придумал, да? Ну, не знаю насчет круто, но это очень неожиданно. Друзья, напишите в комментариях, кто из врагов вам нравится больше. Пишите слово квадрат, либо цифру 1, если вам больше нравятся злые черные квадраты. Или пишите слово шар, либо цифру 2, если вам больше нравятся злые черные шары. В следующей серии узнаем, за кого было больше голосов. Все, шарик, покатились дальше. Хватай звездочки и уровень пройден. И здесь нас сразу же встречает злой шар. Встречает и сразу же получает. Смотри, здесь платформы по очереди выдвигаются. Ну, это легко. Всего-то надо вовремя прыгнуть на нижнюю. Пройду как с куста. Эть, и все. Неплохо. Давай проходить дальше. Опа-на, качели! Ага! Ща как спрыгну с раскачки! Опа! Воу, как удачно вышло! И злодея победил, и звездочку взял! Что значит удачно вышло? Я так и хотел! Так ты же не видел, что впереди! Я чувствовал! Да-да, конечно, врунишка! Ох, привалило! Да разве ж это привалило? Вот так! Эть! Оба! Эй, хорош, дружище! Вот разошелся! Вот тебе злодей! Ой! Ой-ой-ой! Да что ж такое? Во, другое дело! Просто неудачно приземлился! И это конец уровня. Пятый уровень. Может, хватит на сегодня? Да ну, ты чего? Совсем же мало вышло. Так всего же у нас 9 уровней. За один раз многовато будет. Ну, 4 прям очень мало. Давай хотя бы 5. Хорошо, тогда покатились. Здесь аккуратнее. Да здесь же легко. Легко, говоришь? А что ж ты тогда проиграл? Да то я это... задумался просто. Да? И о чем же? Да, думал о том, почему квадраты на месте стоят. Они же могут перекатываться. И что надумал? Да не успел ничего надумать. Свалился же в воду. Понятненько. Надеюсь, эта штука впереди не оборвется сейчас. Ну так прыгни и узнаешь. Отличный совет. Ты уже не капитан очевидность. Ты генерал очевидность. Да нормальный совет, чего ты? Фух, не оборвалось. Вот видишь, как здорово. Проходи дальше. Ох, неспроста тут эта горочка. Ишь ты, какой осторожный стал. Так, одна жизнь осталась всего лишь. Вон оно что. Ух, какой каменяка внизу. Вот им-то я точно смогу раздавить черный шар. Попробуй. Упс, толкнул сильно. Стой, шар. Во дела. Ну, ты шарик даешь. Зачем же ты так сильно толкал? Да, чё-то не подрасчитал. Эх, ладно, давай перезапускать. Уровень ты уже знаешь, проходи по-быстрому до камня. Хорошо, тут недалеко.
А, вот и то самое место. Сейчас толкай камень в полсилы. Да понял, понял. Во! А теперь получай злой черный шар! Ой-ой-ой! Ты чего? Получай, негодяй! Ой! Не, шарик, похоже, раздавить не получится. Плюхай злодея, как обычно. Эх, ну ладно. А с камня наверх запрыгнуть можно. И это финиш. Ну все, шарик, на этом давай закончим. Может, еще один уровень пройдем? Не, дружище, тогда на следующую серию останется совсем мало. А если сейчас все уровни пройти, то я уже говорил, что тогда получится слишком долго. Да помню, помню. Ладно тогда, давай на этом и закончим. Итак, друзья, мы прошли 5 уровней из 9, то есть чуть больше половины приключения. Оставшиеся 4 уровня пройдем в следующей серии. До встречи на канале Игрули ТВ, ребята. Всем пока. Пока-пока, ребзя. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. До скорой встречи, друзья.